Казани в конце мая, начале июня. Маки изо всех сил. Ну, считается сорное растение. В данном случае немножко маки разрежены пчелицей. Любуемся маками в конкуренции с пчелами. Вау! Вау! Нельзя сказать, что у нас больше прав, чем у них. Да вообще, у пчел, похоже, субботник сегодня. Потому что надо наверстывать, наверстывать упущенное время. Да что ж такое-то? С 8 марта все цветет, а пчела не могла вылететь потом еще целый месяц. И нужно же им набирать взяток.